Здравствуй, Аристарх. Добрый вечер. Где он? Крайний столик. Спасибо. Хорошо выглядишь. Ну, спокойная жизнь еще никому не мешала. Спокойная? Ну, жить одной это еще не значит жить спокойно. Игорь, давай я как-нибудь в этом сама разберусь, хорошо? Хорошо. Ну что, за любовь? Я не буду. Завязала, что ли? Или боишься, что напьешься и опять на любовь потянет? Так это у тебя после бутылки начиналось, ну а бокальчик-то можно пропустить? Кирсанов, ты меня зачем позвал? Я тут подумал, ты права. Нам пора официально развестись. Наконец-то. Не прошло и года. А что такое? Жениться решил на одной из своих любовниц? Не было бы никаких любовниц, если бы у моей жены были женские мозги, а не ментовские. Знал, на ком женился. Я думал, что ты как нормальная жена состоятельного человека будешь сидеть дома, заниматься сыном, вести хозяйство. Слушай, ты состоятельный человек. А ты случайно не забыл, кому ты обязан своим состоянием? Да если бы мы с отцом тебя не покрывали, когда ты только начинал, где бы ты сейчас был, знаешь? Да задавили бы тебя на корню, поборами да крышами. Ты это решила так и меня задеть напоследок, да? Нет. Решила опустить тебя на землю, бизнесмен. Присылай своих адвокатов со всеми документами, я все, что нужно, подпишу. И забудем, наконец, о нашем браке, как о страшном сне. Ну, подожди, это еще не все. Я тебя хочу сразу предупредить, что сын останется жить со мной. Что? О! Ребят, не надо, пожалуйста, не надо меня трогать. Что, нормально все пойдет? Ну, хватит, ну, пожалуйста, не трогайте. А что, куда ты? Так, ребят, отойдите от девушки. Иди гуляй. Убери руку. Встали, пошли. Валя, мужики, валим. Ну как вы? Ничего? Да вроде все хорошо. Ну, спасибо вам, что вы за меня заступились. Это еще кто за кого вступился? Послушайте, у меня здесь машина стоит. Может, я вас хотя бы до дома докину? Да нет, спасибо, я тут за углом живу. Может, вы хотите зайти, привести себя в порядок? Ну, пожалуй. Пойдемте. Сын будет жить со мной. И запомни, что бы ты ни сделал, суд всегда встанет на сторону матери. Да какая ты мать? Ты же сына видишь раз в неделю. И то спящим. У тебя же в голове одна работа. Да к тому, что ты попиваешь. А это убийственный аргумент для суда. Пью не больше, чем другие, ясно? А это не важно. Важно, что судья услышит. Ольчик, я одного человечка нанял. Он заснял пару твоих расслабонов. Да и к тому же у меня свидетели для суда уже тоже есть. Кирсанов, а ты не забыл, кем я работаю? А? Это ты забыла, что я уже давно не Игорек, а солидный бизнесмен. И связь у меня покруче твоих. Ух ты! Ну давай, взмахнись на меня. Чтобы все люди увидели. Давай. Тогда у судьи точно не будет сомнений, что ты опасна для ребенка. Давай. Ненавижу. Зейна, дорогая. До свидания, Ольга Ивановна. Да пошли вы все. На самом деле, вы большой молодец. Сейчас редко кто за девушку на улице заступится. Да. Снимайте пальто. Я зашью. Не ожидал, что вы в полиции работаете. На самом деле я еще учусь. В университете МВД. Но уже прохожу практику в УВД. Понятно. А, только не говорите, что у вас проблемы с законом. Да нет, с законом у меня как раз проблем нет.
А с женщинами в погонах? Что? Да так, не берите в голову. Пальто давайте. Вы знаете, я, пожалуй, пойду, потому что у меня дела еще. Хорошо. А может быть, вы мне оставите свой телефон? Да. А мы сходим с вами завтра куда-нибудь. Конечно. Меня, кстати, Витя зовут. Лена. Вот. Спасибо. Вам спасибо. Ну, до завтра. До завтра. Давай еще раз спокойно поговорим, обсудим все. Обсудили уже. Мне ничего не нужно, ты можешь забрать все, что хочешь, только я прошу тебя, ну, сына у меня не забирай. Оленька, заинька, раньше надо было свои ментовские мозги включать. Я тебя умоляю, ну, пожалуйста, ну, подумай хорошо, прошу. Раздевайся, в койке поговорим. Что делаешь? Кирсанова, можно тебя на пару слов? Горин, не напрягай с утра. Да-да. Ивановна, можно? Заходи, Лен. Тут сводки о происшествиях за прошедшую ночь. Ольга Ивановна, вас полковник Стромов вызывает срочно к себе. Баженова, а со мной сегодня что, что-то не так? Что ты на меня так косишься? А вы что, не знаете? Нет. Может, просветишь? Я думаю, полковник Стромов вам все объяснит. Я пойду. Кто его обнаружил? Соседка поднималась по лестнице, увидела, что дверь была приоткрыта. Она вошла, а там труп твоего мужа с огнестрелом. Кто дело ведет? Горин. И Якушев в него вцепился, змееныш. Все мечтает меня подставить, в кресло мое метит.
Сергей Петрович, а почему меня-то подозревают? Соседка с первого этажа показала, что видела тебя ночью, выходящую из подъезда. Она, кстати, тебя хорошо знает. И что? Да, я была вчера у Игоря. А что тут такого? Я что, к мужу, что ли, не могу зайти? Мы, между прочим, еще официально не разведены. Да зайти ты, конечно, можешь. Только она утверждает, что видела у тебя в 1:30. И именно в это время, предположительно, наступила смерть Кирсанова. Да вы что, вы... Вы что, действительно верите в то, что это я могла его убить? Нет, Игорь, конечно, был порядочной сволочью, но чтобы убить? Вот мы и должны доказать твою невиновность. А пока давай, иди к Горину, дай показания. Потом к экспертам. У Кирсанова под ногтями обнаружена частица кожи. Это я могу вам без экспертов сказать, что, скорее всего, это мои. Мы подрались вчера с Игорем. Ну, не убивала я его. Я Оль. Когда уходила из его квартиры, он был еще жив. Оля. Я тебя прошу оказывать полное содействие следствию. Я поняла. Разрешите идти? Иди. Да. От текущих дел я тебя пока отстраняю. Извини. Насколько мне известно, вчера вечером чита Кирсановых ужинала здесь. Абсолютно верно. Поужинали и разъехались. А вот из показаний официантов следует, что они вчера вечером повздорили. Ну, мало ли, что между супругами бывает. Это вы сейчас Кирсанову защищаете? Никого я не защищаю. Ну, послушайте, я Ольгу Ивановну знаю давно. Да, она вспыльчивая, резкая, может и словом уколоть, но убить не верю. Аристарх Георгиевич, а позвольте поинтересоваться, каким образом вы, обычный администратор, даже не родственник, стали вдруг владельцем двух ресторанов Кирсанова? Обычная практика. Оформлять бизнес на доверенных людей. Рестораны Кирсанов действительно переоформил на меня. А сеть закусочных на себя и Виноградова зарегистрировал. А Виноградов это кто? Партнер Кирсанова по бизнесу. А. И давно они работали вместе? Не знаю. Меня Игорь Валентинович такие тонкости не посвящал. Ситуевина, конечно, не веселая. Не веселая? Да все на мне сходится, как ни крути. Зачем вообще-то надо было ехать? Да потому что он собирался забрать Егора. Что мне нужно было делать? А чего ночью поперлась? До утра не могла подождать. Папа! Да я на эмоциях была. Я вообще мало что соображала. Он мне, когда про Егора сказал, мне вообще перемкнуло. Ладно. Успокойся. Давай подумаем вместе, что делать. Безвыходных ситуаций не бывает. Главное, у них нет орудия убийства. Папа, ты ж знаешь, захотят и без ствола меня к делу прикрутят. Ну, давай без истерик. Идеальных убийств не бывает. Какая-то зацепочка должна быть. Важно выяснить мотив. Кому была выгодна смерть Игоря? Да откуда я знаю? Я давно уже его делами не интересуюсь. А теперь придется поинтересоваться. Еще надо как-то Егору сказать про смерть отца. Давай не сейчас только. Ну, как ты тут? Обжился на новом месте? Куда я денусь? Обживусь. В нашей квартире я все равно жить бы не смог. Там все кругом Катюшу напоминает. Пап, мне тоже сестры не хватает. Подождите. Вы что же думаете, что это я Игоря заказал? Да мы с ним вместе 100 лет работаем. Ну, во-первых, господин Виноградов, успокойтесь. Я вас пока еще ни в чем не обвиняю. А во-вторых, мало ли, может, у вас разногласия возникли. Деловые, например. У нас не было никаких разногласий. Но все-таки.
Одна половина бизнеса у вас, вторая половина. Доля Игоря по закону в полном объеме должна перейти к его наследникам, то есть к жене и к сыну. Так что мне с его смерти навара никакого. Ладно, проверим. Товарищ полковник, вы почему отпустили Кирсанову? Не забывайтесь, подполковник. Здесь я ваш начальник, а вы мой зам, поэтому решение здесь принимаю я. У вас есть что сказать по существу? Есть. Пришли результаты экспертизы. Так вот, частички кожи, обнаруженные под ногтями убитого, принадлежат Кирсановой. Она этого не скрывает. У них была стычка. Ольга Ивановна, человек вспыльчивый, может и врезать. Но чтобы убить... У нее есть мотив для убийства. Интересно, какой? Официанты в ресторане слышали часть разговора между Ольгой и ее мужем. Так вот, тот собирался отсудить у Ольги сына. Чем не мотив для убийства? К тому же у меня уже есть ордер на обыск в ее квартире, на котором я хочу присутствовать лично. Не могу запретить. Это Катя, да? Аккуратней, пожалуйста. Мама, они еще долго тут будут ходить? Не волнуйся, Егор, они скоро уйдут. Товарищ подполковник, а позвольте поинтересоваться, а что мы тут ищем? Вы мне скажите, может, я вам сразу отдам? Выдайте нам орудие убийства. Сильно обяжете. Товарищ полковник. Понятые. Чтобы не произошло, сиди тихо, понял? Угу. Все видели? Ольга Ивановна, это ваше? Нет. Оружие при понятых нашли. Я уже сказала, это не мой. Не ваш. Тогда чей, м? Приступайте к процедуре изъятия. Деду позвонить, пускай приедет. Давай Баженова вызывай, пусть с мальчиком посидит. Гор Кирсанова, быстро за ней! Ее здесь нет. Давай назад. Господи! Эй, вы как? Вы меня слышите, а? Слава богу, жива. Сейчас. Скорую вызову. Ничего, я в порядке. Отвезите меня отсюда. Может, все-таки уже лучше скорую? Я же сказала, я в порядке. Вы можете меня отсюда отвезти? Не могу так. Я не буду никуда заявлять. Поехали, отвезите меня отсюда. Поехали? Ну как вы могли ее упустить, а? Ну как? Товарищ подполковник, она как сквозь землю провалилась. Да ты сам у меня сейчас провалишься. Я поражаюсь. Два мужика, два здоровых мужика, одну бабу поймать не смогли. Вы где служите? Она не просто баба, она майор полиции. Что? А вы кто? Вы что, пацаны, что ли, с улицы?
Глядите, дождетесь у меня, пойдете шлагбаумы на стоянках поднимать. В розыск ее объявить, немедленно. А со Стромовым согласовать? Да у нас подозреваемая в убийстве сбежала. Какие могут быть согласования? Что стоим? Что стоим выполнять? Здравствуйте. Привет. Спасибо большое, очень красивые. Послушай, давай на ты, а? Я не люблю выкать. Я тоже. Ну, что будем делать? У меня сегодня прошла очень удачная сделка. Так что любой твой каприз. Сделка, а чем занимаешься? Я риэлтор. Продаю, покупаю недвижимость. Что будем делать? Сейчас, секунду. Алло? Васин, это ты? А что случилось? Поняла. Скоро буду. Слушай, тут такое дело. Надо срочно бежать ловить бандитов. Ну, не совсем бандитов. Мы просто... Может, завтра встретимся? Ну, завтра так завтра. Ну, пока. Ну, пока. Ну, пока. Пока. Спасибо за цветы. У вас мобильный есть? Я свой дома забыла. Да, конечно. Вот. Спасибо. Алло, пап, это я. Да. Слушай, меня какое-то время не будет. Егор один дома. Ты забери его, ладно? Заберу, что с тобой? Пап, все хорошо со мной. Я потом тебе еще наберу. Аристарх, добрый день, это Ольга. Добрый день. Нужно увидеться по важному делу. Могу подъехать прямо сейчас? Да, я на месте. Хорошо, скоро буду. Привет. А ты что с цветами? Подарили. А где мальчик? Он там, в комнате. Можешь идти. Ключи. Спасибо, пока. Пока. Привет. Егор, я понимаю, как тебе сейчас тяжело. Но поверь, я вот, ну, нисколечки не верю, что твоя мама в чем-то виновата. Правда? Конечно. Потому что твоя мама очень хорошая. У нас пистолет нашли. Пистолет? Угу. Из него кого-то убили, да? Не знаю. Пистолет, говоришь. А скажи, ты в школу-то сегодня ходил? Нет, я весь день дома. Наши каникулы. А, да, точно. А домой к вам никто не приходил, пока мама на работе была? Приходил. Точнее, приходила. Женщина какая-то. Аристарх, прости, что наехал на тебя позавчера. Да проехали, присаживайся. Ты, наверное, голодная. Принести что-нибудь? Да нет. Слушай, а как ты думаешь, кому Игорь мог так помешать, что его убили? Не знаю. Меня следователь тоже пытал по этому вопросу. С ресторанными делами у Игоря вроде все в порядке было. А этот его партнер Виноградов, вот с ним в последнее время не было никаких проблем? Да нет.
Все было как обычно. Аристарх, миленький, ну вспоминай, но мне сейчас важна любая деталь. Ну хорошо, если что-то вспомню, обязательно скажу. Что-то еще? Да. Сходи к метро, купи пару-тройку левых симок и пару телефонов. Ладно. Я потом тебе деньги отдам. Располагайся. Я скоро. Добрый день. Здравствуйте. Иван Семенович, подождите. Я вам еще раз говорю, я не верю в виновность Ольги Ивановны. Я просто хочу ей помочь. Спасибо. Но вам лучше не влезать в это дело. Садись. Мало ли, как оно еще обернется. Ну, я не могу просто так сидеть и смотреть, как хорошего человека черти в чем подозревают. Да пускай они лучше настоящих убийц ищут. Дед, она хорошая, ей можно верить. Садись, хорошая. Дайте-ка мне на всякий случай ваш телефончик. Хорошо. Вот, все купил. Спасибо. Оль, я тут пока ходил, кое-что вспомнил. Говори. Игорь и Виноградов собирались большую часть своих закусочных переоформить на подставных лиц. Зачем? Ну как? Это уклонение от уплаты налогов. Аристарх, завтра вот эту всю информацию ты скажешь Горину. Да завтра он сам все узнает. Информация же не секретна. Я прошу тебя. Ну хорошо, сделаю. Алло, пап, ты Егора забрал? Да, Егор со мной. Спит. Перенервничал мальчишка. Ты-то как? Ничего, нормально. Егор как, в порядке? Да, Семлена из управления сидела. Баженова, что ли? Угу. Она предлагала помощь, она тебе верит. Я взял у нее номер телефона. Папа. А можешь позвонить ей из автомата и узнать ее адрес? Могу. Хорошо, я тогда минут через 10 тебе перезвоню. Добро, дочь, добро. Ольга Ивановна. Ты одна? Да. Можно? Конечно, проходите. Проходите. Значит, Егор сказал, что утром заходила женщина из ЖЭКа? Угу. Типа из ЖЭКа. Я думаю, она и подбросила вам пистолет. Сколько раз я ему говорила, не открывать дверь посторонним. Ольга Ивановна, если вам подбросили ствол, значит, вас хотели подставить, это однозначно. Господи, Лена, ну нет у меня сейчас таких дел, за которые мне нужно так жестко сливать. Я уверена, что это какое-то недоразумение, это стечение обстоятельств. Наверняка Игорь во что-то вляпался, за ним ходил киллер. Тут я в удобный момент подвернулась. Вот и все. Слушай, Лена, пойди завтра к Стромову и попроси, чтобы он прикрепил тебя к группе Горина. Что? Да, пусть прикрепит. Горин начнет копать некоего Виноградова. Мне нужна вся информация, которую он нароет. Ольга Ивановна, да вы же знаете, что Стромов никогда не подключит меня к расследованию. Ну, кто я для него? Девочка на побегушках. Ну, ты практикантка, конечно. Ну, ты же будущий опер. Хватит уже почту разносить. Пора приступать к делам. Да, только для Стромова это не аргумент. Значит, найди свой аргумент. Вот это и будет твоим первым заданием. Да. Разрешите? А, Баженова, заходи. Что у тебя? Да, товарищ полковник, я... Вот. С рапортом. Лена, я, конечно, понимаю, что ты девушка молодая. Тебе хочется быть в гуще событий. Но давай с этим немножко подождем. Наберешься опыта. И месяца через 2-3 вернемся к этому вопросу, хорошо? Товарищ полковник, я считаю, что для того, чтобы разобраться в убийстве Кирсанова и причастности к этому Ольги Ивановны, нужен свежий, незамыленный взгляд. Угу. Да.
И он должен быть твой. Да. Я в управлении человек новый, и поэтому могу оценить ситуацию абсолютно объективно. Но поймите, в этом деле все слишком гладко, и все указывает на виновность Ольги Ивановны. Поэтому многие важные детали могут быть упущены, а это недопустимо. Я прошу вас, разрешите мне разобраться в этом деле. Ну, пожалуйста. Ну, а что? Мне нравятся такие наглые, настырные. О, Егор, как спалось? Не замерз ночью? Нет, дед, а когда мама приедет? Да скоро. Мне кажется, что ты меня обманываешь. О, ну скажешь тоже. Ну как я могу тебя обманывать? О. Мама звонила, у нее все в порядке. Сказала, скоро приедет. А папа? Почему он не едет? Ну и папа тоже. Он это, как его, его в командировку отправили. Он тоже звонил. Сказал, как только прилетит, сразу приедет к нам. Ну, хватит вздыхать. Пошли завтракать. Похоже, у нас появился подозреваемый. Кто? Виноградов. Месяц назад они с Кирсановым стали переоформлять свои закусочные на новых владельцев. А почему вы решили, что Виноградов может быть подозреваемым? Есть у меня подозрение, что кто-то кого-то в этом переоформлении кинул. Если Кирсанов Виноградова, то вот вам и мотив для устранения Кирсанова. А если наоборот, Виноградов кинул Кирсанова? Тоже работает. Кирсанов мог начать обо всем догадываться, и Виноградов его устранил. Товарищ майор, а можно поподробнее? Ну, я тебе еще и секретарь. Обо всем докладывать надо, возьми, почитай. Васин, ты получил заключение баллистов? Они клялись, божились, что через полчаса сами занесут. Ладно, ждем. Александр Геннадьевич, а кто такой Жилин? Там же все написано. Юрист компании Кирсанова и Виноградова. По совместительству адвокат Виноградова. Может, я тогда чуть подробнее про работу этого Жилина? Ну, как адвокат Виноградова, он мог действовать в его интересах, заключая сделки. Здесь важна каждая зацепка. Ну, давай, копни его. Спасибо. Да. Добрый день, Владимир Андреевич. Вы звали? А, Жилин, заходи. Не будет у нас проблем с переоформлением закусочника из-за смерти Кирсанова? Как ты считаешь? Все будет в порядке. Вы не волнуйтесь. Там просто нужно кое-какие моменты доработать. Хорошо. Значит, а когда с ними закончишь, сразу же занеси ко мне. Ну, хорошо, конечно. Что-нибудь еще? Нет, нет, все. Сумки, значит, едем? Галя. Привет. Привет. Ты встречался с риэлтором? С риэлтором? Встречался. Тебе понравился домик? Домик просто шикарный. Очень понравился. Ну, а если понравился, значит? А если понравился, значит, кто-то скоро там будет жить. Mm-hmm.
Сереж, а где можно распечатать? В 7-м. Ага. Куда она, интересно, в этом ходит? Здрасте, Иван Семенович. Здравствуй, Леночка. Что-то случилось? Нет-нет, все хорошо. А где Егор? Да у себя. А что? Я бы хотела с ним поговорить. Можно? Ну, конечно, можно. Заключение баллистов. Кирсанов был убит из ствола, который мы нашли в квартире у Ольги. Бред. Это все какой-то бред. Но даже если все так, почему она ствол-то не скинула? Не дура же она. И элементарно могли его подкинуть. Что у тебя с подозреваемыми? Пока только Виноградов, напарник Кирсанова. Так займись им плотнее. Копни его как следует, Саш. Ну, не верю я, что Ольга убийца, не верю. Сергей Петрович, я сейчас собираю информацию по Виноградову и повторно с ним встречаться не хочу. Потому что если он при делах, то мы просто его спугнем. Это тоже верно. Значит, что у нас получается? Игорь и Виноградов оформляют свои закусочные на других людей, и сразу же после этого Игоря убивают, так? Так. Ну, в принципе, эта схема была выгодна обоим партнерам. Да, Ольга Ивановна, ну понимаете, что если мы... А если Виноградову стало мало своей доли, и он привлекает своих людей в качестве новых партнеров, чтобы завладеть всем бизнесом? Ольга Ивановна, я тоже сначала подумала на Виноградова. Но потом я проверила всех этих новых партнеров, и оказывается, что у каждого из них были проблемы с законом. А отмазывал их от уголовной ответственности один и тот же человек. Жилин, адвокат Виноградова. Так. О, Горин, ты из-за дела пока не уезжаешь? Ну, вроде нет, а что? У меня сейчас будет санкция на обыск квартиры Баженовой. Баженовой обыск? С какого перепугу? Нарушка доложила, что она к отцу Кирсанова ездила. Ну и что? Захотела и поехала, что-то такого. Что тут такого? А что это она потащилась к нему именно сейчас? Вот лично меня это настораживает. Чувствую, что Баженова знает, где Кирсанова, или вообще у себя дома ее прячет. Осел. Есть еще интересная деталь. Полгода назад Жилин спас от тюрьмы некую Галину Севастьянову. Угу. Бывшая биатлонистка, мастер спорта, проходила по делу о заказном убийстве какого-то бизнесмена. А какое отношение это к нашему делу имеет? Егор очень точно описал женщину, которая приходила к вам из ЖЭКа. Я съездила к вашему отцу. Егор ее опознал. Это Галина Севастьянова. Молодец. За интуицию 5, за оперативную работу 2. Почему? Да потому что моего отца уже наверняка пасет наружка. И 100% они засекли ваш с ним контакт. Так что ты теперь тоже под подозрением. Черт, вот так и знала, что где-нибудь напортачу. И что теперь делать? Ленка? Знаешь что? Звони-ка в свою местную ОВД и скажи, что у тебя во дворе уже неделю стоит какая-то странная машина с подозрительными личностями внутри. Чего? Звони, звони. Слушай, может, за кофейком сгонять? Не, давай попозже. Угу.
Видела? Даже документы не спросили. Понятно, не ксивы сразу показали. Наружка? Я думаю, нет, простая пера. Чтобы наружку выбить, нужно время. И что теперь? Это что это? Какая квартира? Давай, давай, быстрее, быстрее. Квартира какая? На высший этаж. Готово. Давай на бор. Что здесь произошло? Да мы пока сами не понимаем, но вроде как пожар. Пожар, говоришь? А где огонь? Товарищ полковник, сюда нельзя? Отойди. Кто главный? Ну, я. Что произошло? Да шпана окурки не потушила. Со мной? Александр Баженова, у меня санкция на обыск вашей квартиры. А что случилось? Хм. Шикарный гардеробчик. Баженова, не подскажешь, откуда у простой курсантки такие дорогие вещи. А, собственно, почему вас это интересует? А, собственно, потому что хотелось бы знать, откуда у наших сотрудников такие средства. Я ведь только стажер, не ваш сотрудник. Так понимаю, в шкафу никого не нашли. Может, продолжите обыск? Всегда помогу. Можете я подбросить куда? Говори, не стесняйся. Да не, не надо, тут близко, сама добегу. Ну, как знаешь. Отцу привет передавай. Спасибо. Обязательно, пока. Давай. Сергей Петрович, мне нужна ваша помощь. Ну что там с визами, готовы? Визы готовы. Mm-hmm. Можно лететь хоть завтра. Хорошо. Нужно только успеть все дела закрыть. Жень. Угу. А может, пойдем спать? Галочка, угу. Мне правда нужно немножко поработать. Ты иди ложись. А я как закончу, к тебе приду. Но я же буду уже спать. И хорошо. Спи. А я буду тебя целовать. Угу. И тебе приснится чудесный сон. Райский остров, на котором только два человека. Ты и я. Только ты и я.
Лена? Да, это я вам писала. Садитесь. Вы знаете, я давно работаю с Кирсановым, но что-то вас рядом с ним никогда не видел. А вы что, обязаны лично знать всех? Короче, адвокат, главное, что я о тебе знаю. И знаю схему, по которой вы с Кирсановым решили кидануть награду. Кирсанова убили, а ты получил жирный кусок. А это нечестно. Что ж ты в полицию не пошла, если такая умная? В полицию мне за это не заплатят. А тебе придется. Сколько? Евро. Да ты что, с ума сошла? Откуда у меня такие деньги? Дешевле только тюрьма. Короче, адвокат, время у тебя до утра. Телефончик мой ты знаешь. А да, за кофе заплати. Поднимите. Вставай. Увидите ее. Пошла. Ну, Ольга, ты молодец. Всех спасла. В первую очередь, я себя спасла. И меня тоже. Так что я теперь твой должник. Да? В таком случае я хотела бы с вами поговорить о Елене Баженовой. А что о ней говорить? Она молодец. На одной интуиции раскрыла такое дело. Так что будем потихонечку теперь привлекать к другим делам. А если не потихонечку? В каком смысле? Я готова взять ее к себе в напарники. Ольга Ивановна, ты же знаешь, она курсант. Я не могу официально взять курсанта опером. Но вы можете официально взять ее стажером. Да? Ну что же, закрепим это немедленно в приказном порядке. Кстати, у нас в управлении еще никогда не было такого чисто женского оперского дуэта. Ну, не было, значит, будет. Разрешите идти? Идите. Ну что, товарищ майор, какие у нас планы на сегодня? Ну, мне лично выехать домой к сыну. Надо как-то сказать ему о смерти отца. Пока не знаю, как. А у тебя? Я уже несколько дней динамлётного, очень хорошего парня. Опачки, непорядок. Надо как-то исправляться, коллега. Так точно, товарищ майор. Сегодня же пойду с ним в кино.